Итак, метро. Первый раз в жизни я спускаюсь в метро. Это была станция библиотека имени Ленина, самый центр Москвы. Официально глубина ее 12 метров, но глубину смотрите сами. Спускались мы долго. Вот здесь видно, что здесь как минимум глубина метров 15, а то и больше. Пока мы спускались, у меня все перед глазами мелькали кадры с игры метро, которую я безумно обожаю. И это еще одна причина, почему я хочу попасть на ВДНХ и Ботсад. Так вот, ехали мы уж точно не 12 метров, а более. Увы, рулетки с собой не было, поэтому говорю примерно. Я думала, будет ощущение какого-то замкнутого пространства, но нет, все в порядке. Было просто любопытно. Кстати, самая глубокая станция в метро – это Марьина роща, около 70 метров вниз. Относительно недалеко находится Останкинская башня. И она удалена как бы от центра, где находилась, предполагаемая, моя звезда. Но по старым картам я помню, уровень звезды был большой в ширину, не только в глубину. Поэтому нужно покопать еще больше в этом плане. Это мы первый раз спустились, потом делаем еще переход. Если честно, я особо не поняла еще принцип самого метро, как куда идти. Помимо тех несколько 15-20 метров, мы спустились еще ниже, ну примерно метров на 10. Хотя, конечно, глазомер у меня может и неправильный, но судить вам самим по видео. Постоянный поток воздуха, в принципе, дышать было свободно. Повсюду на поверхности полно вентиляционных выходов. Кстати, что-то похожее я видела в Таганроге, но там нет метро, но была звезда. А вот поднимались мы на поверхность совсем немножечко. И это в районе 4-го кольца Москвы. То есть, чем дальше от центра, тем метро мельче. Ну, не берем расчет Марьину рощу, с ней что-то интересное нужно будет посмотреть. В общем, видео перед вами, судить вам. А я буду дальше проверять теорию на практике.